хлібний дар там, де твій дім. Їх речник Міністерства агресії Російської Федерації Конашенков згадав про Грім-2, і він так, якби між іншим, згадав про те, що було знищено, але не навів ніяких доказів з цього приводу. Ну, розуміємо, що просто так, можливо, і не говорив. Але в них є чим знищувати це, по-перше. І, по-друге, дійсно, а наскільки це багато що змінить у війні, і чи треба їм прям сильно панікувати тепер росіянам? У них большая проблема с противовоздушной обороной. Их системы не способны сбивать баллистические ракеты. Ни одна российская система баллистическую ракету сбить не может, потому когда заявляют россияне, что они сбили баллисту, ну, интересно, чем, с рогатки, что ли? Ну, то есть нет механизмов, ни С-300, ни С-400 баллистическую ракету не собьет. Для этого надо определенная система слежения, для этого нужны спутники, которые видят пуск ракеты с определенной дальностью, вычисляют систему стартовой баллисты, потом вычисляют всю баллистическую траекторию, включают определенные батареи в той точке, в которую эта ракета идет, дальше перебрасывается вся эта информация на систему принятия решений, которая работает уже с самой батареей, вычисляется точка встречи, в точку встречи отправляется противоракета. Это целый комплекс, называется он Patriot, ПАК-3, то есть то, что нам передают. То есть вот так работает система против баллистических ракет. У россиян ее просто не существует, потому чем они перехватили Грум-2, ну, очень сложно даже придумать. Ну, может быть, действительно рогатками позбивали. Но то, что россияне уже об этом говорят, о том, что к ним летят баллистические ракеты, здесь можно говорить о том, что да, действительно, наверное, у нас появились баллистические ракеты. Я думаю, это Гром-2. Хотя это может быть хорошо перекрашенный Атакамс, они же иранские шахеды геранью рисуют, а мы на Атакамсах можем написать Гром-2 или Гром-3, допустим, и отправить. Но это будет уже понятно чуть позже. А от Олексій Данілов, секретар РНБО, ще також анонсував цього тижня появу в Україні ударних дронів з дальністю польоту понад 3000 кілометрів. Тут що взагалі їм робити? Де їм ставити уже ті ППО, які, бодай, лишилися? Чи проти цього теж не буде вже у росіян ніякої протидії? Ні, діло в тому, що проти любого дрона, любой дрон – це все-таки малоскоростная, неманевренная цель, которую довольно-таки легко сбить, если есть чем. Любой дрон сбивается, даже с рогатки, здесь я уже без сарказма говорю. Дело в том, что мы сбиваем те же шахеды, это такие же дроны, примерно такого же уровня, и у нас такие дроны есть, просто шахед, допустим, идет на несколько сотен километров. Наши дроны в зависимости от топлива, сколько будет залито в баки, может дойти действительно до 3000 километров. Просто он возьмет меньше боеприпас. Чем больше боеприпас, тем меньше топлива. Центровку самолетика этого надо соблюдать. Потому сбивать они наши дроны будут точно. Какое количество будет, все зависит от того, сколько будет в рое дронов будет идти разных дронов одномоментно. То есть мы так же само, как они у нас пытались присытить систему обороны, мы также будем пытаться роем дронов присытить систему обороны россиян. Допустим, если у них коэффициент будет около 50, то есть из 100 дронов 50 они собьют, но 50 пройдут и найдут свои цели. Пусть один дрон, допустим, несет полезную нагрузку от 20, некоторые там до 100 килограмм. Но 100 килограмм – это очень много. То есть мало таких дронов есть, которые могли бы 100 килограмм нести. Это вот, допустим, тот же С-341, Ту-141, Стриж. Вот он может 100-килограммовую авиабомбу, в принципе, нести. А все остальные, они, в принципе, 20-25 килограмм – это стандартный вес, несколько мин. 82-х, либо там несколько выстрелов для РПГ оперенных, в зависимости от задачи. Но, тем не менее, если это несколько таких дронов проходит на точку удара, и если цель военная, допустим, либо это топливохранилище, нефтехранилище, это какой-нибудь
склад боеприпасов, это, допустим, завод по производству высокоточной техники, то есть в зависимости от задачи, или, допустим, это Энгельс-2, только подземное хранилище керосина авиационного, который, если рванет там Волга, изменит направление движения, либо в тот же Инкерман. В Инкермане там также очень много дизеля, который используется для российских кораблей. И его также можно подорвать. И таких моментов очень много. Потому, я думаю, как раз количество наших дронов, количество, оно выполнит боевую задачу. А в ближайшее время мы их увидим, я думаю, где-то тоже под конец месяца мы увидим не один рой наших дронов. Половина, повторяюсь, могут быть сбиты, но половина дойдет туда, куда нужно.